А с вами канал Fight Today. Сегодня мы познакомим вас с 6 бойцами UFC, которые соблазнили Octagon Girl. А перед просмотром этого видео, пожалуйста, оставьте комментарий, с какой из Octagon Girl вы бы встречались. Итак, поехали. Джош Бергман, Ариане Селести. Вероятно, самая знаменитая Octagon Girl всех времен могла заполучить любого, поэтому довольно удивительно видеть ее среди бойфрендов именно Бергмана. Выпускник шоу The Ultimate Fighter 2 Джош воспользовался моментом и проявил себя. Во время поединка против Чеда Райнера в январе 2007 года народный воин отдал спину и вынужден был отбиваться от попыток удушения. В тот момент он и заметил сидящую клетку Ариани. Я увидел ее и подумал, что просто не могу позволить задушить себя на ее глазах. Спустя несколько недель Джош пригласил Ариани на свидание, а она не отказала, но их отношения длились всего несколько месяцев. Дональд Серрони, Бритни Палмер. Ковбой пользуется огромной популярностью не только у зрителей, но и у женщин. И неудивительно, что когда-то он встречался с Octagon Girl, причем не с кем-нибудь, а самой Бритни Палмер. Их отношения начались во времена, когда Серрони был одной из главных звезд промоушена, а Бритни – главной ринг-герл, на которой западала большая часть мужского населения. Роман звездной пары не был слишком продолжительным, но является одним из самых известных случаев отношений между девушкой с табличкой и бойцом ММА. Диего Санчес, Алиса Нома. Еще до того, как на небосклоне появилась Бритни Ариани, фитнес-модель Алиса Нома была настоящей богиней с табличкой. Сногсшибательная блондинка встречалась со звездой UFC Диего Санчесом на протяжении 2 лет. У них было довольно все серьезно, они жили вместе и даже были помолвлены. Однако Санчес решил сосредоточиться на карьере и разорвал отношения. Тито Ортис, Эмбер Николь Миллер. После ярких, растиражированных и беспорядочных отношений с бывшей порнозвездой Дженной Джейсон, Тито Ортис перекинул свою любовь на бывшую Octagon Girl Эмбер Николь Миллер. Она дебютировала с табличкой в 2002 году на турнире UFC 40, тот самый вечер, когда Тито Ортис в последний раз защитил свой титул чемпиона в полутяжелом весе против Кена Шемрока. Кайл Кингсбери, Наташа Уикс. Кайл Кингсбери выступал в UFC больше 5 лет и принял на себя огромное количество ударов, но каждый из них был не зря, ведь в итоге он встретил свою вторую половинку, обворожительную Наташу Уикс. Летом 2009 года она победила в конкурсе журнала Максим за право стать новой Octagon Girl и сразу же завоевала множество поклонников. Несмотря на все эти неприятности, Кингсбери и Уикс вместе уже несколько лет, они женаты, воспитывают сына, а Наташа даже взяла фамилию мужа. Тикки Гонст, Ариане Селести. Оказывается, знаменитая Ариане за долгую карьеру в качестве Octagon Girl встречалась не только с Бергманом. В 2010 году стало известно о ее отношениях с Тикки Гонстом. Отношения довольно быстро закончились неудачей, однако с тех пор каждый уважающий себя лысый боец считает, что отсутствие волос действительно помогает завоевать сердце красавицы с табличкой. А с вами был канал Fight Today. Подписывайтесь на наш канал. Самые свежие новости из мира бокса и ММА.